Последние мои видео были очень и очень сложные, непростые. Так вот, сегодня я решила немножечко сделать для вас разгрузку и поговорим о веселом, о приятном, а именно о том, как влюбить в себя любого мужчину. Причем это видео могут смотреть и мужчины, потому что все те приемы, которые буду сегодня озвучивать я, подойдут и для вас. Вы также можете при помощи этого влюбить в себя любую женщину. Или любого мужчину, если вы гей. Так, давайте посмотрим. Несмотря на то, что я недолюбливаю нейролингвистическое программирование NLP, я не побрезгую сегодня взять некоторые приемчики именно оттуда. Там очень много манипуляций. Сегодня я буду учить вас, как манипулировать другим человеком. Потому что на начальном этапе отношений без манипуляций почти никуда. Если вы откроете свое сердце и пойдете навстречу к мужчине вот такая, какая вы есть, вы рискуете нарваться на некое нежелание, какое-то игнорирование, не будут брать на вас трубку. Мужчине вы будете неинтересны. Вот, к сожалению. К сожалению. Ровно так же и наоборот, кстати говоря. Если мужчина будет навстречу бежать со своим сердцем, он также вам будет неинтересен. Интересно всегда завоевывать, всегда взять недоступное. Давайте посмотрим конкретно. При встрече с вашим молодым человеком побуждаете его как можно больше говорить о себе. 80% вашего диалога должно быть посвящено ему любимому. Побуждайте его говорить о детстве, о каких-либо достижениях и не жадничайте на похвалу. Похвалы на ваших встречах должно быть очень и очень много. Ух ты, какой молодец, ничего себе. Ой, ты вот это знаешь, и вот это, а я-то не знала, спасибо тебе большое. Вы можете попросить какой-то совет у него, какую-то рекомендацию, да? Потому что для вас как бы важно его мнение. Вот он такой умный, такой значимый. Не жадничайте на похвалу. Далее, ни в коем случае не занимайтесь сексом на первой встрече. Старайтесь оттягивать этот момент как можно дольше. Как можно дольше, чтобы ты не выглядела и как Динамо, но и не выглядела как какая-то давалка. Так, доступная давалка. Далее, при встрече мы расширяем свои зрачки при помощи возбуждения своих половых органов. То есть представляем себе какой-то прекрасный секс, какую-то картинку, какой-то порнографический сюжет, все то, что могло бы вас возбудить. И когда в теле появляется сексуальное возбуждение, ваш зрачок расширяется, и вы посылаете мужчину определенные запахи своего тела, на которые он как самец реагирует. Да? Он реагирует и на ваш зрачок, и на ваши запахи. Все, феромоны полетели. Далее, посмотрите, из манипулятивной составляющей мы показываем свою востребованность, что я нужна и другим мальчикам тоже, не только тебе. То есть вам должны периодически звонить, присылать какие-то смс, другие какие-то люди, присылать какой-то букет цветов, вы с кем-то фотографируетесь, но это очень тонкая грань. Это просто коллега по работе, вас подвез коллега по работе, то есть к вам не придраться, вы очень хорошая девочка. Посмотрите, грань сучки и хорошей девочки. Сучки и хорошей девочки. Но не придраться, не ухватить, что вы обманываете. Нет, я не обманываю. Я правда не знаю, от кого этот букет цветов. Правда. Далее. Мы показываем свою некоторую неконтролируемость, то есть нас трудно контролировать, нас не ухватить, не удержать. А именно, мы срываем встречи, то есть я обещала прийти, но не пришла. Или в последний момент позвонила, сказала, что у меня сломалась машина, и у меня должна быть обязательно настоящая причина. Мне звонят, я не беру трубку или беру это на третий раз. Мне пишут, я не отвечаю или делаю это через раз. Я пытаюсь дразнить своего мужчину. Посмотрите дальше. Шаг навстречу, шаг назад. Шаг навстречу, шаг в сторону.
так же, как и в отношениях, так же и в момент близости. Поцеловала, сделала шаг назад. Поцеловала, понюхала шейку ушку, сделала шаг назад. Так, записываем. Возьмите ручку и записывайте, потому что это штуки такие, которые действуют безотказно совершенно. Следующий момент – это адреналиновая встреча. Со своим мужчиной вы заходите в ресторан или кафе, не платите по счету и выбегаете вместе с ним. Или воруете какую-то маленькую вещь и убегаете с ним. Вспоминаем 9,5 недель. Да? Или мы заходим на какую-то карусель и вместе экстремально катаемся. То есть ваша встреча абсолютно адреналиновая, и одновременно бьются сердца у обоих очень сильно. У обоих очень сильно. Это очень мощная штука. Очень мощные якоря. Посмотрите. Вообще вспоминайте все эти фильмы, которые вы смотрели. И смотря фильмы, вычленяйте моменты вот этой манипуляции. И посмотрите заново 9,5 недель, Ромео и Джульетта, и вы увидите все то, что сейчас я вам говорю. Это классика жанра. Только женщины почему-то об этом забывают или очень неумело пользуются. Так, следующий момент – это вас в отношениях должно быть как бы мало. Вас дефицит. И вы уходите со встречи, оставляя мужчину чуть-чуть голодным. Не пересиживайте, не перенасыщайте своего мужчину. Все, как бы убежала, чуть-чуть оставив его голодным. Далее, я пришла сегодня без трусиков, например. Да, я пришла сегодня без трусиков. Или я снимаю трусики в ресторане, как это весело. Я фотографирую свои писи и сиси и присылаю тебе на мобильный телефон. Ого, это весело. Возбуждайся в течение дня на мою писюлюшку. Так, далее, мой друг или какая-то моя подруга, или это мой отец, который такой властный и влиятельный, очень против наших отношений, очень-очень против. Так, сейчас я еще себе, напомните мне сказать про богатство. Так, значит, какой-то человек значимый, очень против того, чтобы вы были вместе. Причем ко мне мальчишки приходят на консультацию, я им говорю, так тобой же манипулируют, посмотри, а он это не видит. Он совершенно искренне это не видит, хотя это белыми нитками по черному вот все вот так вот шито. Или черными нитками по белому. Это все так видно, и он это не видит. Он в это искренне верит. Так вот, здесь тоже, как в Ромео и Джульетте, наши семьи против, любовь моя, чтобы мы общались с тобой, наши семьи против. Здесь также. Вот есть кто-то, кто очень против, чтобы мы были с тобой. Но я тому этому другому объясняю, какой ты прекрасный, а тот другой мне говорит, что нет, эти отношения нужно завершать. Вот это тоже классная штука. Так, теперь про манипулятивную составляющую финансовую. Вы очень не бедная девушка. Вы сочиняете, да? То есть, если вы очень бедная девушка, вы сочиняете, что вы не бедная девушка. Мужчины и женщины все очень падкие на деньги. Люди падкие на эти деньги. Поэтому нужно врать и сочинять, что у вас у папы есть какая-то фабрика, у мамы есть какой-то ресторан, у вас есть какой-то супербизнес. Но потом, когда он уже очнется и поймет, что все это как бы миф, вы уже будете на 9-м месяце беременности. Все, можно обмануть. Ведутся на это все, совершенно ведутся на это все. Даже вот вспомните вот последний клип какой-то был. «На лабутенах я и в охуительных штанах». Она сочиняла своему мальчику по скайпу, что она дочка какого-то там олигарха. И он, в общем-то, на все это очень даже радостно велся. Так. Следующий момент – это попросить, да, из нейролингвистического программирования, из НЛП, попросить его рассказать какую-то самую яркую эротическую свою вспышку, самый яркий какой-то сексуальный интересный опыт. И в момент, когда он будет об этом говорить, вы можете положить ему руку на плечо или руку положить ему на коленочку и такое сделать легкое-легкое поглаживание. Таким образом вы создаете некий якорь. И тогда в следующий раз при этом же самом поглаживании у него будет всплывать некий приятный ассоциативный такой сексуальный ряд.
Все, вот эти штучки манипулятивные я вам рассказала, я их знаю гораздо больше, поэтому приходите ко мне на индивидуальную консультацию. Мы непременно с вами разработаем ваш план по захвату жертвы. Все. Мы посмотрим, кто это конкретно, что нужно конкретно ему, потому что очень важно понимать, кто именно тебе нужен, очень важно проработать ограничения и страхи, с которыми вы можете столкнуться, потому что жертва ваша может быть ох-ох-ох, далеко не простая, это может быть какой-то и банкир, и женатый человек, которого вы очень сильно любите и собрались его завоевывать. Да? Важно проработать подготовку к встрече, как я должна накрасить свои глаза, как мне лучше одеться, какой создать себе образ. Все эти вещи очень важны. Далее мы с вами организуем эту встречу, построим верный и правильный диалог, сделаем правильную сцену прощания и отработаем эту тему секса и поцелуев, потому что все эти нюансы чрезвычайно важны. Это и очень важно. Так. Все, я думаю, что основные штуки такие вам рассказала. Все секреты выдавать не буду и жду вас всех на своих консультациях по скайпу. Пока!